День учителя, улыбок и картошки совпали в один день. В детском саду устроили по этому случаю картофельный пир. Гостям пожелали улыбаться чаще и больше, не только в день улыбок. Родители поздравили и с днем учителя, потому что мама и папы такие же учителя. Осенний праздник устроили просто для веселья. Картошка оказалась любимым овощем у детей и взрослых, и выяснили это не просто так. Мы проводили анкетирование, тайное голосование, спектральный анализ, вкусовые ощущения, потому что мнения были разные, но потом путем все-таки дегустаций пришли к выводу, что самый любимый у нас овощ – это картошка. Да. Малыши читали стихотворения, пели песни об осени и танцевали. Не обошлись и без знаменитой песни «Антошка». Потом перешли на произведение об овощах. Для этого подготовили специальные шапки, которые помогали распознать овощ, о котором рассказывали дети. Родители тоже не остались в стороне. Они вместе со своими детьми участвовали в командных играх. Все остались от праздника в восторге. Этот праздник у нас первый, но он мне еще и по вкусу понравился. Детям понравилось, родителям понравилось. Мы все приготовили сами, детки помогали. Очень вкусно. Посильную помощь нам оказали родители. Мы попросили приготовить блюдо из картошки, и они с удовольствием согласились. Никто не отказал. Все получилось очень вкусно и красиво. Этот праздник был создан усилиями работников детского сада, родителей и самих детей. Все совместно не только готовили, но и учили песни и стихи. Это пример того, когда командный дух помогает создавать нечто доброе, интересное и вкусное. Элина Нурматова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.